Доброго времени суток, я новый гость этого канала, сегодня мы попробуем прокомментировать с владельцем борьбу двух девушек и посмотрим, что с этого выйдет. Ну, обычно неинтересно совсем смотреть девушек, но постараемся, чтобы было более это интересно. Саня, какая тебе больше нравится, за кого будешь болеть? За правую или левую? Ну, конечно, я попробую за Тамару Митс, ибо... Хорошо, я Энджи Роуз. Окей, так, фол получает девочка. Тамара Митс. Так, да, короче, смотри, она в возрасте уже. Ну, такая возраст, да. Она даже старше, чем твоя мамка. Ничего себе. Да, уже борется. Представляешь, в таком возрасте не борется. Почему твоя мама? Оп, смотрим. Да ладно. Как она так кисть проиграть смогла? Вот так. Вот так. Энджи Роуз побеждает. Моя девочка. Твоя, короче, оплошала. Короче, будешь ее брать, тренировать. Так, на повторе. Смотрите, по плечу хлопает судья. Зачем хлопать? Зачем? Майкл Тоду похлопай. Как хлопнет один раз. Так, ну что, болеем дальше. Вот если, конечно, наши девчонки боролись, там Ирина Гладкая, там Бекман, Бабаева, тут... Тут вообще шансов не было. Американцы влюбились бы в наших девчонок. Им бы вообще неинтересно было. Кстати, девушек просмотра очень мало. И вот третий поединок, опять Энджи Роуз победила с преимуществом. Ну, походу, вот эта, которая Тамара Митс, она просто любит крюк. А это Энджи Роуз не давала просто ей закрутиться. Кисть. Все решает кисть. Да, кисть решает. Согласен? Согласен. Вы с нами согласны? Что самое главное? Давайте пишите в комментарии. Кисть или там бицепс или задница. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем. Не забываем нас. Всем удачи. Всего доброго.